Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала, и многие из вас спрашивают, что же за жилой комплекс «Новая Заря», который у нас берет и начинает строиться. Притом хорошо строится под Новый год. Компания у нас строит АЛК Плюс. И, наверное, немножко мы прям чуть-чуть подальше уйдем. Или давайте сядем в машину, чтобы вам было комфортно меня слышно. И я вам расскажу про строительство, которое здесь у нас развернулось. Итак, ребят, давайте сейчас... Давайте я сначала так и покажу вам. Все-таки сядем в машину, потому что там у нас работы идут, и вам будет некомфортно меня слушать. Давайте с вами определимся. Итак, что же у нас такое жилой комплекс «Новая Заря»? Строится он у нас, получается, это у нас территория называется Низ Донской. Что значит Низ Донской? Если ориентир, да, вот для тех, кто захочет сам себя приехать посмотреть, мы с вами едем через гипермаркет «Магнит», и там есть такой вот небольшой проул, и поворачиваете налево, и попадаете вот на эту вот строечку. Итак, стройка началась, разрешение получили. Будет у нас разрешение на строительство объекта, который будет строиться по федеральному закону 214. Но, смотрите, сейчас на данном этапе вы не сможете у нас взять и купить. Вы здесь можете максимум, что сделать, это сделать бронь. Бронь стоит у нас 100 тысяч рублей. И при этом на сделку мы сможем с вами выйти по ДДУ буквально через... полгода, потому что заявляет март месяц, но как показывает практика, да, тот же самый, например, жилой комплекс, который у нас строит «Кватро», это у нас жилой комплекс, до сих пор у нас не регистрируются сделки в Росреестре, поэтому обещали еще в ноябре, то есть в сентябре, потом в ноябре, потом в декабре, сейчас обещают уже в конце января, но я думаю, там, где январь, там же у нас и февраль. Что касается данного жилого комплекса, то тоже я не буду вас вводить в заблуждение, говорить, что март месяц, скорее всего, это июнь месяц, где вы сможете получить у нас ДДУ, да, а до этого пока просто бронь. Итак, давайте посмотрим по ценовой политике. Ценовая политика здесь начинается от 90 тысяч рублей за квадратный метр за низкие этажи, которые будут у нас... смотреть вот примерно вот на такую картину. Хотя не... Хотя, я думаю, все равно там даже с первого, второго и третьего этажа будет вид довольно-таки неплохой. Но цена 90 тысяч рублей за квадратный метр на котловане, где еще у нас, по сути, все документы полноценные не получены. Что касается застройщика. Застройщик сам по себе, давайте будем говорить не застройщик, а заказчик. Заказчик у нас идет непосредственно... компания, да, которая у нас построили такие жилые комплексы, как «Айсберг», жилой комплекс, который называется «Место под солнцем» в Дагомысе, да, и в принципе они построили почти все вовремя, я могу сказать, что сдались почти вовремя, в целом даже неплохо. Кто же у нас строит? А вот строит, да, непосредственно подрядчик, это у нас компания АЛК Плюс. АЛК Плюс очень хорошо себя зарекомендовали, у них, соответственно, есть АЛК Плюс и АЛК Плюс Плюс, потому что понимают, что лучше держать две компании, чем одну, поэтому такое-то есть. Сразу скажу, компания АЛК Плюс, да, вот видите, да, они все в форме, да, у них все машины брендированные, и на самом деле у этой компании очень много у нас непосредственно спецтехники, и в принципе хватает у нас рабочих рук. Если вы спросите, что у нас строили АЛК Плюс, да, ну, как минимум они сейчас строят «Посейдон», как минимум они строят у нас жилой комплекс «Кватро» в Дагомысе, они же у нас являются подрядчиками в «Место под солнцем», они же у нас строили «Золотой колос», они же у нас достраивали такой жилой комплекс, как «Бытха 2016», тоже они принимали в этом непосредственное участие. В общем, компания довольно-таки такая известная. Ну, что я могу вам сказать? По поводу ценообразования. 90 тысяч рублей за квадратный метр, каждый из вас скажет, что это дорого. Я с вами соглашусь, но с другой стороны, если у нас сейчас стройка на Вдогомысе начинается от 75
от 80 тысяч рублей, то же самое жилой комплекс Quattro, да, то в целом на этом фоне у нас цена кажется, ну, в принципе, нормальная. Просто, если, например, я снимал бы видео в прошлом году, блин, абсурд, 90 тысяч, да, за эти деньги у нас можно было купить, к примеру, стройка, которая начиналась «Огни Сочи», да, и тут у нас получается образно, ну, я не буду лукавить, если скажу, что все-таки это у нас относится к промзоне, это промышленная зона все-таки, но, с другой стороны, я думаю, ничего там плохого нету. Что касается школы, детские садики, да, они здесь есть, я бы не сказал, что они прям в пешей доступности, нет, придется немножечко идти, но здесь у нас ровная поверхность. Сдача дома, да, вот у нас поделено на две очереди, это первая очередь, вторая. Первая очередь в конце там 19 года, а вторая очередь там в конце 20 года. Ну, я думаю, что можно год накинуть смело, на год, и поэтому давайте определимся, что, скорее всего, 21 год, это то верно, что будет, потому что еще ни один объект, который строился у нас по федеральному закону 214 в Сочи, он у нас вовремя не сдался, поэтому я могу сказать, что если вы, например, сейчас по 90 тысяч заходите на низкие этажи, а каждый последующий этаж это плюс 5 тысяч рублей квадратному метру, соответственно, если вы берете какой-нибудь там высокий этаж, то у вас спокойно цена может быть и 130 тысяч рублей за квадратный метр, и 140 тысяч. За 140 тысяч рублей за квадратный метр, конечно, я бы отдал лучше у нас непосредственно центру Сочи. Что касается этого района, этот район у нас разрастается, развивается, все хорошо. И многие из вас скажут, а безопасная ли эта стройка? А я вам не смогу ответить, потому что строек безопасных не бывает априори. Потому что много чего зависит, да, вот, например, вот, даже вот есть хорошие именные застройщики, ну, которые сталкиваются с теми или иными проблемами, потому что застройщик надежный, да, подрядчик надежный, но еще много факторов есть, которые либо препятствуют вовремя сдаче, либо еще что-нибудь творится, понимаете? Поэтому в любом случае стройка – это огромный риск. В любом случае, если у вас есть желание купить, я могу вам здесь помочь сделать бронь, могу здесь вам взять и помочь оформить сделку без проблем. Но, наверное, кто-то скажет, а есть ли альтернатива дома, которые построены? Да, альтернатива есть. На расстоянии 100 метров, например, здесь находится жилой комплекс ARD House. Красивое синее здание, и там можно у нас купить квартиры, начиная от 78 тысяч рублей за квадратный метр, и это будет у нас восьмой этаж, а не какой-нибудь там, не знаю, а не какой-нибудь там первый этаж там с видом в опорную стену, понимаете? Поэтому могу сказать, что немножко, наверное, ценовая политика здесь завышена, но. Давайте все-таки смотреть правде в лицо. У нас есть застройщик, есть именно собственник, заказчик, который берет и диктует нам цену за квадратный метр. Поэтому здесь риэлтор не может брать и говорить, там, не знаю, там цена высокая или низкая. Нет, у нас есть прайс, по которому мы работаем. Что касается меня, да, вот вы спросите, рекомендую я или не рекомендую данный жилой комплекс? Давайте поговорим на чистоту. Если вдруг вас не смущает, да, не смущает сдача дома там в 20-х годах, не смущает, что 2 года вам придется свои как бы денежки на этот момент заморозить, потому что вы на этот момент не можете здесь не жить, ничего, то в целом можно. Если кто-то спросит, подойдет ли этот объект для инвестиций, ну, вы, наверное, сами уже ответ знаете, будет и первая очередь, и вторая очередь. Да, он для инвестиций, может быть, и подойдет, но цена там, ну, вы поднимете, ну, максимум 10 тысяч рублей с квадратного метра. Если брать даже низкие этажи, это чуть-чуть больше 10%. Проще тогда деньги держать в банке. А для кого подойдет этот жилой комплекс? Для тех, кто захочет, например, через полгода, там, через месяцев 8, взять у нас, например, в ипотеку, да, вот ипотека здесь будет, скорее всего, по старой схеме будет стартовать ВТБ-24, потому что застройщик у нас со Сбербанком плохо дружит, поэтому ВТБ-24 здесь будет у нас проходить ипотека 100%, и все.
Если вдруг у вас есть желание, например, просто взять сразу и переехать, то я, конечно, рекомендую взять рядышком там соседний дом, если вам вдруг нравится, да, вот именно этот район. Я рекомендую вам взять лучше ARD House, и там вы взяли, купили и тут же сразу стали жить. И по большому счету ARD House у нас, мне так кажется, не знаю, даже лучше расположен, чем, например, Новая Заря. Но опять же, это моя сугубо личная точка зрения. Вы просто попросили снять, я снимаю для вас. Ни в коем случае, я сейчас как рассуждаю. Вот если бы здесь была цена, например, 60 тысяч рублей за квадратный метр, да, а, например, ARD House начинается от 78, дом, который построен, сдан в эксплуатацию уже год, я, конечно же, рассмотрел бы тот вариант, чтобы можно было здесь купить по 60, там, ну, по 65 тысяч за квадратный метр. Но когда есть альтернатива, дом сданный, готовый, введенный в эксплуатацию, я отдаю предпочтение лучше сданному дому, понимаете? А здесь уже ваша точка зрения, и здесь вы, каждый из вас решает сам, потому что кто-то готов к стройку, да, и еще раз повторюсь, ну, лично моя точка зрения, вот, вы можете ее разделять, можете не разделять, я считаю, что здесь старт продаж, и так считаю не только я, так считает, наверное, процентов 95% риэлторов, которые, ну, адекватно смотрят на вещи, считают, что старт продаж здесь должен быть от 70 тысяч, даже от 65 тысяч рублей за квадратный метр, но никак не от 90 за низкие этажи. В любом случае, есть у меня шахматка, есть у меня дизайн-проекты от этого, этой всей строечки. И если вдруг вас реально заинтересовало и хотите, обращайтесь ко мне. Я там со своей помощницей обязательно вам в WhatsApp или на электронную почту пришлем всю информацию, которая есть по данному жилому комплексу. Что касается продажи, да, продажи, еще раз повторюсь, начинается у нас, наверное, с мая месяца, не раньше, хотя заявлено, что март месяц, но, как показывает практика, еще ни разу никто у нас вовремя не уложился. Просто я думаю, что тем, кому хочется вложиться в ФЗ-шный объект, то нужно посмотреть, наверное, более привлекательное предложение, которое будет у нас находиться поближе к морю, потому что здесь все-таки до моря, ну, далековато, кто бы там что ни говорил, там море близко, да, море теоретически близко, но это не то место, где хочется отдыхать. Еще раз повторюсь, это все-таки зона, пока зона, это промышленная зона, это промзона. И если брать, например, немножко выше, да, у нас можно взять жилые комплексы, как Райский уголок 4, там, например, по 70 тысяч рублей за квадратный метр уже готовы. Можно взять у нас рядышком у нас готовые дома, например, те же самые, например, Грант уже, который построен, да, и по сути он уже введен в эксплуатацию, там сейчас получает документы. Можно взять у нас жилой комплекс, если, например, хочется подешевле сэкономить, у нас можно, блин, забыл название, извиняюсь. Меридиан, извиняюсь, да, Меридиан можно взять, он тоже идет чуть подешевле. В общем, здесь уже на ваше усмотрение. Не хочу я ничего говорить ни за, ни против, но если бы обычно задаете такой один и тот же вопрос, сейчас стало модно, а ты бы сам себе здесь купил, уложился бы? Я бы здесь, может быть, купил бы, если бы, например, застройщик, например, на эти два года, например, дал бы мне там беспроцентную рассрочку, да, к примеру, если внес бы сейчас за квартиру там 10%, и потом бы взял бы и спокойно мог в течение, пока он не достроится, в течение двух лет мог там, например, ежемесячными платежами вносить определенную сумму денег. Вот на это бы я пошел бы. А просто взять и выложить, например, определенные деньги, либо кредитные деньги, я не готов. По мне лучше взять и вложиться у нас уже в готовое. Опять же, это моя сугубо личная точка зрения, я не претендую на истину, поэтому в комментариях по этим видео можете написать, согласны вы со мной или не согласны. Но в целом, давайте подведем итог. Застройщик надежный, заказчик надежный, подрядчик надежный, место относительно на любителя. Но опять же, да, вот если рядышком здесь посмотреть, там на расстоянии там 200 метров, здесь есть у нас жилой комплекс «Прохладная долина». И там можно купить у нас квартиру, начиная от 65 тысяч рублей за квадратный метр. И там у нас, пускай не по федеральному закону 214, да, по федеральному закону идет 215, он строится, но
Но. Там уже что-то построено, и сдача дома будет гораздо ближе. Ну, в общем, как-то так. В любом случае, если я что-то не озвучил, если остались еще какие-то вопросы, то пишите в комментариях, с большим удовольствием вам отвечу. Ну а с вами был Максим, компания Элитный Сочи. Мой номер телефона 8-912-34-36-333. 8-912-34-36-333. На нем у нас есть и WhatsApp, и Viber, и Telegram, и все, что только угодно. Можете задавать мне там вопросы, я с большим удовольствием вам отвечу. Ну а сейчас едем дальше, поснимаем для вас еще объекты. Пока!